Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня на распаковочке у нас 6 посылок. Посылки интересные. Давайте начнем их вскрывать. Значит, вот эта посылочка шла 20 дней. Ее уже, походу, где-то кто-то вскрывал. Но неважно. Здесь должен быть паракорд. Заказывал я два вида паракорда. Заказывал паракорд дешевый и подороже. Вот это вот пришел дешевый паракорд. Давайте посмотрим, что это. Да. Это жуть. Это просто кошмар. На вид это не паракорд. Посылка оценена в $1.52. Ну, также я ее покупал. Да, на ощупь вроде паракорд, но какой-то он странный. Давайте посмотрим, что у него внутри. Запаяно все. Что я хочу сказать, не похоже это на паракорд. Ну и стоит, конечно, дешево. Что там, 100 рублей. Ладно, бог с ним, с этим паракордом. Поехали дальше. Так, посылка шла 34 дня. Карстикер написано. Но сейчас посмотрим, что здесь. Карстикер для машин, наклейки я вроде больше не показывал. Глянем, что это у нас. Ничего не отрезал. Что-то отрезал. Ладно, смотрим, что это у нас такое. Black color. Так. Оп. Понял, что это такое. Это наклейки под карбон. Это я хочу обклеить свою винтовку, которую буду скоро заказывать. Хочу обклеить ствол вот такой вот лентой. Да, хорошая лента. Возьмем с крышку, посмотрим, как она на ощупь. Довольно-таки плотненькая такая. Ну, когда наклеим, посмотрим, как она будет сидеть, уже смотреться. Отлично. Значит, лента пришла. Что у нас дальше? Дальше посылка шла 30 дней. Оценена в $1. Тоже написано какой-то стикер. Не знаю. Это у меня сегодня одни стикеры. Да, одни стикеры. Что это такое? О! Это флешка. Это флешка. Заказывал я флешку на 16 гигабайт. И надо посмотреть, сколько на ней на самом деле. Я вам расскажу в следующем видео, сколько в ней в самом деле. Эта флешка должна быть, да, вот такая вот, чтобы можно было в телефон еще вставлять. В следующем видео обязательно вам расскажу, сколько реально на ней было памяти. Стоит ли брать эту флешку. Черная, там было много цветов, по-моему, 5 или 6 цветов у этого продавца, но я оставлю ссылочки. Ссылки будут под описанием, так что все будет в описании. Давайте поехали дальше. Здесь у нас что такое? Чего-то много дешевого. Много дешевого, что это такое? А, это у меня жена заказывала наклейки на ногти. Да, это наклейки на ногти разные всякие. Они недорогие. Ссылочки будут тоже в описании. Так что заходите в описание, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много очень интересных распаковок. Так, вот эту посылку я не удержался. Было скучно на работе, я распаковал. Шла на 30 дней, оценена она в $1. Это аптечка. Поскольку я собираюсь летом ходить в походы, на рыбалки, я хочу собрать себе аптечку на всякий случай. Что-то, может быть, пойдет из нее, что-то еще докуплю. Давайте посмотрим, что в этой аптечке. В этой аптечке у нас имеются такие вот ножницы.
Вот такой вот пинцетик. Да, не знаю, правда, что получится этим пинцетом сделать. Вот такие вот две ватные палочки. Две ватные палочки. Кусок, я так понял, бинта. Две стерильные салфетки. Еще ватные палочки. А что это они тут разные ватные палочки? Ну, без разницы. Еще одни ватные палочки. Пластырь. Еще пластырь. И еще большой пластырь. И маска. Значит, ну что-то оставим из этой аптечки. Еще доложим сюда какие-то таблетки. Ну, на всякий случай, мало ли, укололись, порезались. Взять с собой, я думаю, неплохо. Правда, жутко пахнет Китаем. Просто, я не знаю. Первый раз у меня такая посылка, что прямо жутко пахнет Китаем. Это надо все проветривать. Все будем проветривать, смотреть, что это такое, почему так пахнет. Вообще прямо невозможно. Значит. И последняя посылка шла 36 дней. Стоит $5, на самом деле 5.60. Здесь должны быть наушники. Заказывал наушники, мне посоветовали. Сказали, что наушники очень хорошие. Сейчас посмотрим. Упаковано вот такую вот пластмассовую коробку. Откроем. О, даже есть сменные вкладыши. Так, сменные вкладыши и сами наушнички. Посмотрим, что за наушники. Опа. Так, вот такого плана наушники, которые за ухо провод цепляется. Ну, я фото выложу, будет видно на фото наушники. Ну, говорили, что очень хорошие. Не знаю, тоже расскажу в следующем видео, как были наушники, хорошие, нехорошие. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал. В принципе, вот все, что сегодня пришло. Ждем следующих посылок. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. До следующих распаковок.